В борьбе со снегом одержана локальная победа. Непростая. После обильных снегопадов, в результате которых высота снежного покрова местами достигала 90 сантиметров, коммунальщикам удалось выправить ситуацию. Большинство дорог очищены. В целом, я считаю, что городские власти справляются с чисткой дорог и таких снежных коллапсов каких-то нет на дорогах. Когда был сильный снегопад, работали, как всегда, в нормальном режиме. Ничто не мешало. Ни снегопады, ни машины. Все было прекрасно. Сегодня на улицах Нижнего Новгорода по-прежнему работают и дворники, и специальная техника. Синоптики пока серьезных снегопадов не прогнозируют. Но в администрации Нижнего уверены, случись такое, городские службы готовы к новым испытаниям. У нас достаточно техники. Еще в прошлом году город закупил 197 единиц техники, которые непосредственно участвуют в зимнем содержании дорог. Поэтому новая техника и вот новые технологии с реагентом позволяют оперативно и быстро заниматься уборкой снега. Особая тема – внутридворовые территории. Они в Нижнем находятся в ведении 80 управляющих компаний и более чем 1000 ТСЖ и ЖСК. За качеством уборки на этих участках следит административно-техническая инспекция. Если нарушение выявляется, подрядчику выдается предписание. Устанавливается срок в количестве одного дня устранения. В случае неустранения к лицу, ответственному за это нарушение, применяются меры административного воздействия, накладывается штраф. Для юридических лиц это может быть очень ощутимо – до 100 тысяч рублей. К тому же подрядчику за некачественную уборку могут просто не заплатить деньги. Кстати, иногда подрядчик страдает и не по своей вине, поскольку не может очистить территорию, заставленную припаркованными автомобилями. Приходится привлекать эвакуаторы. За последние 2 недели для того, чтобы обеспечить уборку снега на магистралях и во дворах, было перемещено более 1000 автомобилей. Александр Быков, Ренат Бекбаев, объективно, ННТВ.